Добрый день! Рада новой встрече! Совсем недавно наши коллеги анонсировали выход новинок серии Ума, линии косметики и средств гигиены для самых маленьких. Наталья, как мама малыша, ты же уже успела все попробовать? Да, конечно. Малышам хочется дать все самое лучшее. Ведь когда в доме появляется ребенок, он приносит с собой огромное счастье. Но также постоянные мысли о том, все ли ты делаешь правильно, достаточно ли в доме чисто и безопасно. Именно поэтому мы дополняем серию Ума продуктами, которые помогут молодым мамам в самом безопасном уходе за домом. И мы рады представить 4 новинки, которые решают все ежедневные задачи по созданию чистоты в доме, где растут дети. Как мама могу отметить, что это самые необходимые средства. Мы создали продукты, которые очень эффективно очищают, при этом защищают поверхности. И главное, как и вся косметическая линия Ума, создана из самых мягких и нейтральных для человека компонентов. Они не содержат лишних или спорных веществ. В наших составах нет СЛЭС, СЛС, фосфатов, красителей и парабенов. Когда речь идет об уходе за посудой и одеждой малыша, очень хочется исключить любые риски возникновения аллергических реакций. А еще, конечно, важно, чтобы было не просто чисто, а гигиенически чисто, то есть без невидимых глазу нежелательных бактерий. Именно поэтому в составе всех наших средств по уходу за домом Ума содержатся ионы серебра. Серебро давно известно своей активностью против микробов, бактерий и грибов. Чем мельче частички серебра, тем более эффективно они работают. Поэтому в составах Ума используется коллоидное серебро. Это однородные стабилизированные наночастицы, которые равномерно распределяются в объеме, и можно с уверенностью говорить, что они эффективно работают в каждой капле средства. Еще один важный момент для детского здоровья – аромат всех средств полностью гипоаллергенный, то есть не содержит веществ, которые являются потенциальными аллергенными раздражителями. А теперь немного расскажем о каждой из новинок. И начнем с посуды. Гель-бальзам для мытья посуды отлично удаляет остатки липких смесей, детского питания, молока, жира и других загрязнений. Он рекомендован для очищения бутылочек, сосок и любой посуды малыша. Очень важно, что средство полностью смывается с посуды и не оставляет на ней ни запаха пищи, ни запаха самого средства. Лайфхак для мамочек. Гель отлично подходит для мытья детских пластиковых игрушек, которые часто сопровождают малыша при кормлении. Кстати, вам не нужно иметь дома много средств. Гель-бальзам Ума прекрасно отмоет и взрослую посуду, и справится с обильными жировыми загрязнениями на кастрюлях и сковородах. А теперь давайте перейдем к одежде. Часто просто диву даешься, какую коллекцию из пятен успевает собрать бодик или ползуночки всего за один день. Тут и засохшая еда, и остатки физиологических загрязнений, и краски с карандашами. А если на дворе лето, то еще непременно и трава. С гелем для стирки Ума пятна не проблема. Формула очень насыщенная и отлично справляется с различными сложными загрязнениями. При этом гель сохраняет краски и очищает волокна тканей очень бережно. Поэтому с ним вещи остаются как новые, даже после многократных стирок. А еще с ним можно быть уверенной в очищении пеленок, постельного белья и защите одежды малыша ото всех остаточных микробов. Ионы серебра эффективно работают в течение всего цикла стирки. Чистые вещи – это, конечно, важно, но нежная кожа малыша требует и особой мягкости одежды и тканей. К сожалению, очень часто после стирки пушистые хлопковые полотенчики или футболочки превращаются в колючих ежиков. Это чувствуем даже мы с вами, взрослые. А кожа малышей почти на 30% тоньше, поэтому она более чувствительна и очень ранимая. Чистая правда. Любые жесткие швы или замятости на одежде могут повредить кожу малыша. А это открытое окно для различных вредных факторов. Поэтому умягчение тканей не просто приятное дополнение в стирке, а важная необходимость. Кондиционер для белья серии Ума активно смягчает, разглаживает волокна и убирает шероховатости, делает нежными даже самые плотные ткани. И, конечно, такие вещи вам будет легче гладить. А значит, мама сохранит силы и время для приятных теплых минут с малышом.
А еще наш кондиционер-умягчитель улучшает впитываемость тканей. Полотенец, которыми мы нежно укутываем кроху после купания, и одежды, в которой малыш активно двигается. А когда одежда впитывает и хорошо отводит от тела влагу, это способствует и лучшей терморегуляции. Здоровый малыш, активный малыш, и в какие уголки дома только не забирается наш шалун, исследуя новый мир. Конечно, очень хочется, чтобы его любопытный носик не нашел аллергенную пыль или шерсть. Любая мама не обрадуется таким встречам, поэтому мы создали специальное моющее средство. Оно легко устраняет пыль, грязь, бытовые аллергены и засохшие пищевые загрязнения. Абсолютно универсально и подходит для мытья полов, подоконников, столов, стульчиков для кормления, игрушек и даже поверхности в ванной. Практически для всего. Средство имеет нейтральный pH, не содержит агрессивных кислот, но благодаря уникальной комбинации моющих компонентов растительного происхождения отлично справляется еще и с удалением мыльного налета и даже следов от травяных отваров с детских ванночек. Также в дополнение к частичкам серебра в моющем средстве содержится особая четвертичная соль, активный антибактериальный агент, который используют даже в офтальмологии. Поэтому сумма в доме будет гигиенически чиста без использования привычной раздражающей дыхание хлорки. А значит, это будет на пользу и нам с вами, и, конечно, каждому ребенку. Средство концентрированное, поэтому для уборки мы рекомендуем использовать его в разведенном виде. И снова приятный бонус. Не требует смывания, и вам не нужно повторно мыть поверхности чистой водой. Получается, создать чистоту во всем доме можно быстро и с помощью всего одного средства, да еще и без особых усилий. Думаю, это отличный мамин помощник. Очень надеемся, что наши новинки станут вашими палочками-выручалочками. Искренне рекомендуем попробовать все средства для дома серии Умо. Они по-настоящему безопасны, эффективны и созданы с заботой о самых маленьких. Пусть все наши малыши растут здоровыми и всегда радуют своими новыми открытиями. А уже в пятом каталоге мы готовим еще одно обновление. Теперь в серии Faberlic Home. Да, уже совсем скоро вы сможете попробовать нашу новую линию гелей для стирки 3 в 1. Хотя дизайны новых средств сохраняют визуальную преемственность с полюбившимся всем существующим концептом Faberlic Home, это совершенно новые формулы. Понимая, как много сейчас появляется на рынке близких по функционалу аналогов, нам важно предложить вам средства с первоклассной эффективностью, а также важными, дополнительными, превосходящими предложения рынка свойствами. Формула каждого геля успешно решает 3 задачи. Первое – устранение обширных загрязнений и сложных смешанных пятен, даже если они уже высохли, впитались в ткань, и в целом стирка происходит совсем не на следующий день. Проведя более сотни экспериментов и сравнительных тестирований, можем уверенно говорить, что успешно справиться с этим может только по-настоящему активная формула с очень высоким содержанием как моющих компонентов, так и особых, правильно сочетающихся друг с другом ферментов. Именно такая синергия лежит в основе наших новых гелей 3 в 1. Да, уверенность, что после стирки любимая вещь опять станет безупречно чистой – основной фактор выбора. Но есть и второй секрет наших новых гелей. Вторая задача, которую также решают все три гели – это устранение различных неприятных запахов. В первую очередь, конечно, запаха пота, затхлости и несвежести. Но и со спорными ароматами от сигарет или нежелательными кухонными запахами они также отлично справятся. И все это за один цикл и при невысокой температуре стирки. В целом, запахи легче устраняются при высоких температурах или при стирке порошками, которые содержат отбеливатели. Поэтому далеко не каждый гель, который по своей структуре в принципе не может содержать в составе сухого отбеливателя, решит проблему неприятного запаха, особенно при низкой температуре стирки. Большинство предметов современной одежды рекомендовано стирать именно при температуре ниже или около 40 градусов. Да и присутствие отбеливателя для таких изделий нежелательно. При этом абсолютному большинству из нас важно отсутствие остаточных неприятных запахов после стирки, особенно при стирке мужских рубашек, футболок и одежды подростков.
Это правда неприятное ощущение, когда после стирки ты достаешь вроде бы чистую вещь, но понимаешь, что пахнет она не свежестью, а продолжает звучать нотками пота. Думаю, с выходом наших новых гелей для стирки Faberlic Home эта сложная задача устранения запаха для вас будет успешно решена. Но это еще не все. Третья задача, которую решает каждый из наших продуктов, связана с защитой и восстановлением тканей. И у каждого из гелей она своя, особенная. Как и раньше, каждый из продуктов создан специально, чтобы сохранять и возвращать при стирке первозданный вид одежды разных цветов, а также разных фактур и видов тканей. Один из новых гелей предназначен и для белых, и для цветных изделий. Благодаря особому комплексу из двух инновационных полимеров он и сохраняет и обновляет сочные и яркие краски цветных тканей, и восстанавливает белизну белого, защищает его от желтизны и серости. Такое средство будет полезно каждому из нас, особенно когда можно купить один гель сразу и для белых блузок и рубашек, и для всего цветного. Надеемся, он понравится многим нашим покупателям. При этом очень полезным и востребованным является и специальный гель для стирки темного. Наш новый гель не только сохраняет, а и восстанавливает интенсивность окраски любых черных и темных тканей, защищает их от негативного воздействия жесткой воды и препятствует появлению на них белесого налета. Да, хочется, чтобы любимые темно-синие джинсы всегда были своего родного цвета и без разводов. И неважно, как часто мы их стираем. С нашими гелями разводов точно не будет. И, конечно, хочу отметить и наш новый гель для стирки деликатных и спортивных тканей. Этот гель эффективно очищает и защищает любые особые ткани и одежду, требующую специального ухода. Это и современные синтетические, мембранные и дышащие материалы для активного спорта, и шерсть, шелк и атлас, и капризные куртки, комбинезоны и пуховики, и микрофибры, и тончайшие колготки и нижнее белье. Именно этот гель рекомендован для деликатной стирки изделий с принтами, так, чтобы трещинки на них не появлялись. Также он защищает одежду от растягивания, усадки и другой нежелательной нам деформации. Мы уверены, что и этот гель будет очень полезен в каждом доме. Кстати, все три геля Faberlic Home имеют очень легкий гипоаллергенный аромат и одобрены для стирки одежды детей с первых дней жизни, что отмечено на упаковке знаком 0+. Теперь, зная о всех преимуществах наших новых гелей 3 в 1, надеемся, вам будет легче выбрать свое любимое средство для стирки. И, конечно, мы с нетерпением будем ждать ваши отзывы и создавать для вас новые полезные продукты. Спасибо, Екатерина и Наталья. А мы сейчас переходим к одному из самых интересных блоков нашего форума. Я думаю, что все мы с нетерпением ждали этого выступления. Ладно, не будем вас томить ожиданием, а просто пригласим в эту студию директора по развитию бизнеса Ивана Булкина.